Зеленый оазис спокойствия на улице Семашко – любимое место отдыха среди жителей микрорайона Тайнинский. Этот пруд уже на протяжении многих лет остается популярной зоной для прогулок и приятных встреч с друзьями, семьями и детьми. Не так давно было принято решение улучшить эту территорию. Среди мытищинцев водоем занял второе место в голосовании по выбору общественных зон для благоустройства. Теперь горожане с нетерпением ждут изменений. Я положительно отношусь к любым благоустройством города. Живу недалеко от набережной, часто гуляю с детьми. На этот пруд мы тоже давно засматривались и ждали, когда его благоустроят. Вот у меня сейчас, собственно, мы ждем, ребенок спрашивает, когда закончится, когда я уже смогу подойти и посмотреть. Так что да, сын у меня вообще очень сильно ждет окончания строительства. Ну, мы все время здесь прогуливаемся, вот я сейчас прогуливаюсь, поэтому, ну да, можно, наверное, если что-то там сделают такое, скамеечки. Мне кажется, да, было бы классно. Я очень положительно отношусь. Молодцы, стараются для народа. Рабочие хорошо работают, быстро. Темп работ активный. На береговой линии уже частично проложили асфальт. Пешеходные дорожки расширили, чтобы было удобнее прогуливаться маломобильным гражданам и мамам с колясками. В будущем обновят и старую пристань. Вместо нее здесь будет новый настил. Подрядная организация выполняет работы по благоустройству, то есть это обустройство дорожно-тропиничной сети, освещение, устройство качелей, лавочек. Самое главное украшение пруда – ограждение из лиственницы. Выбрали этот материал неспроста. Впитывая влагу, это дерево становится прочнее. Такая перегородка прослужит долгие годы. Сейчас уровень воды здесь значительно ниже. Причина этому – помпа. Благодаря этому аппарату выкачивают жидкость, чтобы потом установить новые бревна. Изменения коснулись и самого водоема. Его очистили от донных отложений. После полного благоустройства ограждения пруд вновь наполнят водой. В пруду обустроили несколько измывальных ям для рыбы. В процессе работы мы обнаружили большое количество ключей в пруду, что также не может не радовать. Дополнительно здесь будет установлен домик для уточек, также установят фонтан. Завершится реконструкция в первой половине сентября. В это же время в пруд запустят рыбу. Жители смогут не только наслаждаться красивым осенним пейзажем, но и наблюдать за водными обитателями. Лала Керимова, Алина Сири, Первый Мытищинский.